Каких реформ ждать журналистам Казахстана? Изменится ли закон о СМИ? Какие нововведения будут в медиасфере? На эти и многие другие вопросы ответила министр информации и общественного развития страны Аида Балаева. В ходе брифинга, прошедшего на площадке службы центральных коммуникаций, глава ведомства заявила, что более 400 приграничных сел Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей получат возможность слушать отечественные радиопередачи. Что касается закона о СМИ, поправки будут обсуждаться непосредственно журналистским сообществом и отдельными экспертами. В частности, в законопроект планируют включить новые понятия, такие как блогер, социальные сети. Также отдельное внимание будет уделено статусу журналиста, их правам и обязанностям. Спикер отметила, что министерство изучает международный опыт и предложения, поступающие в адрес ведомства от отдельных организаций. Однозначно они будут, заверила Аида Балаева.